Друзья, всем привет! Сегодня мы на рыбалочке, но получилась рыбалка у нас необычная. Мы с женой выехали на один прекрасный небольшой водоем. Здесь посмотрите, какая природа, деревья, маленький водоем, локальные места. Все очень красиво, но мы сегодня, к сожалению, почти не поймали рыбы. Мы хотели половить щуку на мелководье, несколько поимок было. Щука оказалась не очень активна, как нам казалось. Поймали две щучки, и в конечном итоге мы зашли в заветную заводь, где должна была быть рыба. Потому что здесь я когда-то очень давно ловил щуку, и на самом деле есть места, где она локально скапливается. И мы, значит, заходим вот в одно такое из таких мест, чтобы половить рыбу, и наблюдаем следующую картину. Вот смотри, справа заводь такая красивая. Сейчас мы ее обловим. Блин, я не пойму, как она стоит. Здесь одна вот стоит, а там вторая стоит, блин. Глянь. Смотри. Окунь. Живой. Недавно умер. Это уже не живой. Так она старая, она не стоит, понимаешь? Ну вот здесь он карась, смотри. То есть она уже запутанная, старая, перепутанная. Карасик красивый. Еще карасик, смотри какой. Вот уроды, а. Фу, это золотой карась, Нель. Их 100 лет уже нет, таких карасей. Ну реально, смотрите, это реально золотой карась. Это очень редкая рыба сейчас у нас. Их практически не найти. Его белый карась вытеснил. А бракоши все добили уже. Это очень редкая рыба. Я его с детства не видел. Все, беги. Еще карась. Хотя, может, это какой-то гибрид. Не знаю. Могу ошибаться. Но очень похож на золотого карася, который мы в детстве частенько видели. Блин, этой сетке 1 000 000 лет. Там он... Дохлой рыбы очень много. Блин, мелкий окунь, мертвый весь. Слушай, ну, неудивительно, что карась живой. Карась-то самая живучая рыба, наверное, из всех, которые есть вообще. Он живет в любых условиях, очень долго живет вообще. Может жить в грязи, реально в грязи. То есть без воды. Поэтому неудивительно, что он в сетке выжил. Хотя, может, недавно попался. Не, окуни все сдохли. Один живой попался. Сука, сколько рыбы загубили. Вот уроды, а. Блин, это даже сетью назвать нормально нельзя. Это китайское говнище. То есть нормальные-то рыбаки, которые сетями ловят, они знают, какие должны быть сети. Которые... в которую залазит только нормального размера рыба, которую можно применять к еде, к пище, и не губит вот такое количество мелкой рыбы. Вот окуни, блин, по 5 сантиметров длиной, в нее бы не залезли. А это не сетка, это говнище китайское. Фух, так, буду складывать куда-то вот так вот на край лодки, потому что уже у меня не влазит эта сеть в руку. То есть тот мудак, который ее поставил, по-другому я назвать не могу. Он поставил и забил на нее. То есть ему, я не знаю зачем это, ради чего это делается. То есть рыба, судя по всему, не нужна, да? Просто потому, что можно, потому что водоем свободный и за ним никто не следит. Поэтому ставятся сетки. Линь, блин, прикинь, линь. Я линя не видел тоже уже очень много лет. Он живой. Ух ты, мой красавчик. Маленький ленечек. Этой рыбы тоже раньше было достаточно много. Это очень вкусная рыба. Очень редкая на данный момент. Раньше ее реально много было. Вот смотри, здесь она еще есть. Сохранилась. Давай, родной. Давай, давай, плыви. Будет теперь линь с отметиной от сети. Капец, сколько рыбы.
Сколько загублено рыбы, мертвая рыба. Ребят, если кто-то видит меня, кто ставит сети, блин, ну это трэш. Неужели нет понимания, что вы больше наносите вреда, чем приносите себе какого-то одноразового удовольствия, я не знаю, в чем. То ли, я не думаю, что у людей большая проблема с пищей, им есть нечего. Но сейчас не то время, друзья, не 90-е годы. И вот это явно давно брошенная сеть, которую просто поставили, потому что здесь можно ставить, потому что здесь за водоемом никто не следит. Ее поставили, вот забыли, не знаю, забили. Может, она здесь стоит на постоянной основе, ее приезжают здесь, проверяют. Ну, короче, ну это трэш, гляньте, сколько мертвой рыбы. Я не понимаю, зачем это делать. Ребят, относитесь с головой ко всему. Если вы уж браконьерите, то нам браконьерите как-то по-человечески. А вообще, на самом деле, оправдания этому нет никакого. Браконьерство – это плохо в любом проявлении. Рыбы и так нифига нет. То есть, реально, с рыбой большие проблемы сейчас во всех водоемах. И экология у нас так себе. И все остальное. И плюс еще добавляется вот такое вот беспощадное истребление рыбы. А для вот такого небольшого водоема, водоем реально, ну вы видите, вот ширина водоема, я могу спинкой перебросить здесь 25-30 метров. Это просто смертельно. Несколько таких сетей, до свидания, водоема нет. А мы были свидетелями того, как этот водоем выбили электроудочками. Мы сюда часто раньше ездили с другом, ловили. Классный водоем был. И потом реально здесь поработали с электроудочками. И года три здесь делать вообще было нечего. Нечего. Даже с поплавочкой там здесь не было ни плотвы, ни карася, ничего. Это все вот развелось каким-то чудом. И появилась рыба здесь последние вот 5 лет. Не знаю даже, что сказать. У меня одни эмоции. Сейчас боюсь лишнего наговорить и в грубой форме. Сняли одну сеть. Зашли в заводь, чтобы все-таки попробовать половить рыбу. Мы нашли вторую сеть. И тут же нашелся, как мне кажется, я на 99,9 уверен, что это хозяин сетей. Нашелся хозяин сетей. Он на горизонте появился на небольшой деревянной лодке. Мы их в нашей местности называли раньше каюк. И он, значит, на своем каюке, он вальяжно плыл, когда увидел нас. У него были какие-то такие вот очень огромные удивленные глаза. Он устремился в нашу сторону, но как-то очень резко, когда увидел, что мы снимаем его сети, проплыл мимо, просто отвернувшись, и как будто ничего не происходит. Прошел мимо и пошел дальше на своей лодочке. Ну, ребят, далеко уходить не пришлось. Вот еще одна. Это уже сетка, видно, подороже, не леска. Вот она стоит. Вот щука, которую мы не можем здесь поймать. С чего бы мы ее здесь ловили, потому что... Дохла? Не, она шевелится. Щука шевелится. Вот она, эта щука, которую мы здесь пытаемся поймать. И не можем поймать, потому что откуда ей здесь быть? Она сидит в сети. Запутанная вся, уже подратая. Бедолага сидит в сети. Щуке год от роду. Все, беги, родная. Ну, живая, должна выжить. Мелкая щука. Поплыла? Не, на дно упала, Нель. О, дохлый окунь. Большой, хороший окунь. Для этого водоема это отличный размер, который мог бы дать потомство. Вот карась живой сидит. Вот, щука хорошего размера. Все, уже окочурила. Все, она закоченела, она уже задубела. Вон еще щука, смотри. Блин, вот. Я не могу по-другому сказать. Смотри, мелкая щука. О, смотри, хозяин, по-моему, сети плывет. Сейчас мы его спросим, как у него дела. Дают 99%, что это хозяин сети. 99%. Очень быстро шел в нашу сторону. Когда увидел, чем мы занимаемся, лицо кирпичом, и проплыл мимо. Еще под камерами. Еще и под камерами, да. 200% вам даю, что вот это вот местный хозяин сетей. Лицо стало резко недовольным. Не удивлен я. Ладно, Нелли, я думаю, что нужно идти на берег, выкинуть это говно. Там был мусор, соберем как раз мусор, там пакет какой-то был, и выкинем это говно. Заодно посмотрим, куда этот спортсмен на байдарке поплывет. Возможно, у него еще где-то что-то стоит. Мы собрали сети и поплыли в сторону, где мы слеповали лодку возле машины. Хотели все это говно выбросить на берег и
решили сделать небольшую инспекцию по водоему, пройти еще посмотреть, нет ли еще где-то сетей. По пути мы встретили этого чудного байдарочника, который плыл просто, судя по всему, вышел подышать свежим воздухом на своей суперлодке. У него в лодке не было ни удочек, никаких снастей, вообще ничего. То есть у него просто пустая лодка. Чувак явно вышел для того, чтобы снять эти сети и забрать рыбу. Так, ребят, мы, короче, на берег вышли. Опа! Это все говно выкинуть, что возить его с собой не вариант. Тут помимо того, что это говно ставит, плюс еще вон, смотрите, просто кто-то посидел. Водка, сигареты, все это мы уберем, конечно, заберем с собой. Персонаж наш говорит, что сети не его. Вот. Но при этом он без лодки, без удочек, без ничего. Просто в пустой лодке вышел покататься. И очень переживает. Ходит прямо возле нас. Заподсними его, наверное. Ходит прямо возле нас. Крутится, переживает, куда ж мы сети его денем. Мы подошли к нему, я спросил, говорю, сети ваши? Так задумчиво на них посмотрел и помахал головой. 200% даю, это его сетки. В общем, водоем от той сети мы очистили. В данный момент уплывем по этим укромным, таким классным местам. Посматриваем еще, если где-то что-то есть, сейчас уберем. Но мне кажется, что здесь уже навряд ли мы что-то найдем, потому что достаточно мелко. И в целом в этой части водоема, я смотрю, рыбы мало, потому что до этого мы плыли, рыбы было много. А сейчас рыбейки я практически не вижу, так что, скорее всего, этот тоже здесь плавал и знает ситуацию. Скорее всего, здесь он ничего не ставил. Но мы сейчас еще пройдем до конца, посмотрим. Друзья, в общем, у нас сел телефон, да и не стали мы снимать, там много рыбаков на водоеме сидело, какая-то суета, в общем, была, пока мы вытащили лодку, пока собрались. В общем, что мы сделали? Сети больше мы не нашли, слава богу, все нормально. Вернулись к машине, те сети, которые мы бросили на берегу, были на месте. Я думал, что этот хозяин вернется за ними, но нет. Вот, собрали, значит, все это в пакет. У нас парочку пакетов еще было пустых. Собрали мусор, который был на берегу. И вот сейчас везем все это добро, воняет на всю машину. Везем до ближайшей мусорки. Все это дело выбросим. Хотел сжечь на берегу, но на самом деле все это мокрое, там куча рыбы дохлой. Я думаю, что плохо бы это горело, да и оставлять следы такие на берегу тоже не хочется. Вот, поэтому мы решили забрать с собой и выбросить все это дело. В общем, друзья, даже не буду говорить никаких моралей в конце. Никакого не будет по скриптуму. Просто относитесь нормально к природе. И не делайте так, как делают те люди, за которыми мы сегодня убирали. И на берегу, и в воде. А на сегодня все, друзья. Подписывайтесь на канал, проходите в телегу, подписывайтесь на телегу, ставьте лайки. Всем пока.